Ну что, поехали дальше. Огромное спасибо Red Hot Profile за сегодняшнее мероприятие. Яркое, насыщенное, интереснейшими боями, я считаю, одними из самых ярких за это лето. Перепрыгиваем в нашу зону 5 на 5 и погнали дальше. Дальше картина как холст маслом. Черное против белого. Поехали, на! Отличный рашгард, давай. Всем ассаламу алейкум, всем приветствую. Кто здесь поддерживает, им спасибо огромное. Со мной братья. Да, целая бригада. Спасибо, братья. Какое прозвище выберешь? Черная пантера? Красиво, давай. Послушай, парень справа, он точно не чувствует себя пантерой. Но бизоном точно, да. Белый барс, ага. Малейкум салам. Меня зовут Ильнур. Фамилия Валиуллин. Только что вот придумал себе кличку. Валиулла. Валиулла? Валиулла. Как переводится? Получается, ну, это фамилия моя произошла вот от имени Валиулла. У меня дед был Валиулла, это прапрапрадед. А что такое Валиулла? Это клан такой? Это имя, это имя. А, просто имя? Имя деда, да. Ну все. Очень подходит. Хочу сказать, да. Ну, неважно, проигрыш или поражение, выйти сюда, это уже, можно сказать, победитель. Поэтому желаю удачи, посмотрим, что будет. Я первый раз участвую. А ты вообще занимался раньше? Занимался борьбой, да. Я вижу, ты темная лошадка с навыками. Посмотрим. По хладнокровному голоску чувствуется. Черная пантера против Валиулла, правильно? Выговорил с первого раза, мы в Казани, поехали, большое слово. Парни на середину. Парни, уважайте друг друга, деритесь честно. Слушайте меня внимательно. Руки пожали и по углам. Готов? Готов? Бой, поехали! Внимательно! Бой! Следующий бой нас ожидает за 100 с чем-то килограмм. Еще в марте парни весили по 150. Сбросили по 40 и приехали сюда, вы будете в шоке. Так что оставайтесь у телевизора. Яркий, насыщенный бой в партере черной пантеры и Валиулла. Активнее! Валиуллы! Валиулла, пора призывать предков, давай! Стоп! Ты что, шею мне оторвал, пантера? На середину! Давайте. Вы все видели? Победа! Давайте, парни, идите сюда, скажите пару слов. Залезайте. Ну что, это Казань. Красивейший город, шикарный, яркий. Нам повезло с погодой. Боги войны на нашей стороне. Идите сюда, ребята. Давайте к нам, в гости. Толкай. Ассаламу алейкум, еще раз привет всем. Кто меня поддерживал, спасибо вам. Кто сказал черный пантера, то им спасибо огромное. Да мы все за черную пантеру. Кто поддерживал меня. Красавчик. Он сказал борец, то я не борец. Меня просто вот брат сидит, он то, что учил, я это сделал. Они все борцы там, человек ну, 20. Вот, братья, спасибо вам. Целая мой банда тренер, черных пантер, давай. Я до этого никогда не занимался. Первый мой тренер, первый меня, что завтра учил, приезжай. То сделал. Пока завтра приеду еще раз, здесь еще раз буду выступать. Спасибо вам всем. Горилла тебе в придачу. Может быть, будет спонсировать тебя в твоих будущих профессиональных боях. Иншаллах. На Горилла Капе. Давай, удачи тебе, мужик. Молодец. Валиулла, погнали. Спасибо, хочу сказать вам за такую возможность. Тебе спасибо. Показал отличный бой. Действительно, хотел попробовать тебя. Но были драки на улице, но в основном толпа на толпу. Слава раз на Богу, раз. Слава Богу, что ты не боролся на улице, на асфальте. А то бы кому-нибудь голову оторвал. Не, ну, кстати, борьба помогала на улице, когда с толпа на толпу. Ну так что спасибо всем, спасибо моим друзьям, где они? Там же, где и черная пантера.
Тут мой брат, вот еще друг. Молодцы. Вот мой брат с Челнов. Все разбежались по углам, да? Все, вам спасибо. Тебе большое. Спасибо. Хороший вечер всем. Отдыхай, заходишь завтра повторить, приходи, спасибо. Ты не выдохся. Нормально.